Всем здорово, ты корова. Ну, на самом деле не обижайся, ну типа это ж все шутки, это сарказм, типа, ну не надо. Короче, всем привет, с вами Пиксель, и давно у нас не было инди-хорроров, и вот они здесь, вот. Получите, распишитесь, бич! Короче, вышла уже полностью игра от Чарли Бехана. Кстати, я играл в 3 его игры, походу сама демка, Amber School, Facility и Hotel Remord. Ссылки на все эти 3 ролика будут в описании. И ссылка на самого Чарли Бехана будет в описании. Вот такой вот разработчик. Вообще там подписывайтесь на него, бляха, ну типа да. Ну естественно ссылка, где вы сможете скачать игру Amber School, тоже будет в описании. Все, бич. Прям интересно, что там такого нового уж добавилось, потому что играл я в Amber School год назад. И наверняка там что-то изменилось. Короче, мы пойдем играть, то мне же интересно. Я ж хочу испугаться, ну, типа, немного. Майнкрафт. Ну, в принципе, все как и было. А, все у нас тут доступно вот 4 уровня. Ладно, первый уровень. Blizzard. Лады, я загрузился. Так, все, ни хрена я в тюрьме! О май гад! Ладно, я вышел из тюрьмы! Ни хрена, вот бы так в реальности я вообще... Радарчик! Неплохо. На самом-то деле прикольно довольно-таки. Я это видел в трейлере. И что мне тут, собственно, делать-то надо? О, кнопочка! Ну, естественно, ну как мне нажать? Это был бы не я, если бы не тронул. Это что это такое мигать? Ну, примерно вот такого размера у меня... Остроумие. Охренеть. Это что это? Твою мать! Чё? What? Что? Ну, прости. Снежный человек? Это еще хорошо, что я успел... В тюрьму спрятаться? И что мне надо делать? Ну типа я прикол не понял пока что вообще ни хрена. Бля! Да чё ж меня так пугаете? Твою черт мать, твою. Не-не-не-не-не-не-не! Ой, бля! Есть, все. Блин, ни хрена себе он орёт, жесть просто. На самом деле это очень, чуваки, громко. Боже мой, я прям себя не слышу. Я слышу только, как он дышит, реально. Бла. Не, ну ладно, стрёмно, это стрёмно. Уже давно не играл в инди-хорроры. Твою мать, ветер очень сильный, прям в уши бьет. Твою мать, как громко. Ну, короче, я как бы понял, нам надо кнопочки нажимать, и потом, короче, что-то должно произойти. Ну, это все понятно, нам надо этого снежного... Блин, он ходит или мне слышится? Твою мать. Твою мать, блин, все. Бляха! Мне на самом деле очень страшно, потому что очень громко. Твою, блин, оно... Это как будто дисторшн! Прям на звуки положили, оно очень в уши долбит. Прям реальный дисторшн! Вот да, вы уже поняли, что это дисторшн! А вы, кстати, знаете, что такое дисторшн? Дисторшн! Это очень крутая вещь! Твою мать, нет, только не слава, пожалуйста, не ори на меня, твою мать, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Он очень громко орет, мне страшно, твою черт, дивизию, матушку твою снежную я растопил своим сердцем. И оно разбито навсегда, я орю от тебя, но не любя. Черт, ладно, вот это вот не горит, нам надо делать так, чтобы оно загорелось. Твою мать, да иди нахрен, все. Я в пиках точеных, пошел в жопу.
твою мать! Ну помехи! Черт тебя в жопу! Ладно, это уже плохо. Чего? Ладно, вот примерно вот такая щель была. О, мост. Бляха! Тут еще скалы сыпаться будут. Ладно, кнопка, твою мать, ну почему так громко? Что мне делать? Где он? Твою... Чё, бляха? Ладно, я бегу. Блин, я его походу слышу. Бляха, я его слышу. Блин, тут очень все громко. Ну это классно! Ладно, я запускаю кнопку и чё? О, камера. Я прошел! Прям изи достаточно. Вау, очень ретро, такая музяка крутая. Твою мать, тот же уровень, который я тогда проходил, но я его достаточно быстро прошел за одну попытку. О, я обратно здесь. Ладно, почему бы не пройти снова? Мне кажется, ли этих вот рисунков не было на камнях? Или это я уже дебил? Говорила мама, не ешь таблетки, которые на земле валяются. Ладно, и джунгли. Вот примерно настолько заросшие были. Ладно, джунгли, куда мне надо? Ну ладно, я пошел как бы сюда. Чего? Ай-яй-яй-яй, тупик, твою мать, чёрт! Ладно, 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 все, бегу. Ладно, я поджигаю факел, что у меня с дикцией, чёрт! Бляха! Твою мать! Ладно. АСМР хоррор. Как вам вот? Страшно, да? Страшно? Мне кажется, вам недостаточно страшно. АСМР хоррор. Вот это я... Бляха! Простите за ваши уши и меня за мои уши. Короче, я не хотел серьезно, я не думал, что так будет. Но все-таки АСМР хоррор это круто, это только я до такого додумался. А вы знаете, что такое дисторшн? Ну ладно, ладно, ладно. Ладно! На самом деле довольно-таки легко проходится второй раз уже. И в принципе ничего уж так и не изменилось, но все-таки страшновато. Ладно, тут обратно те же самые куклы везде разбросаны, это я все помню. Все, я это поджигаю. Все, мосты между нами сожжены. Ладно. Мне кажется, довольно-таки все поболее атмосферненько стало. Короче, как-то разнообразил он это все звуками. Ну, блин, мне нравится, серьезно, типа. Игра хорошая. В плане, бляха, твою мать, ну ладно, ну зачем перехвалил, блин. Это уже плохо, серьезно. Я помню, какое там чудо-бесье должно было на меня выскочить, я этого чувака помню. Кстати, мне кажется, или тогда вот Amber School Demo я заснял первый, вот, не то чтобы самый первый, а вот именно на русском ютубе. Бляха! На русском ютубе один из первых. Ай! Ну блин, у меня уже голова болит, твою мать, ну... Так, ладно, я поджег, возвращаемся к факелу. Ладно, мне кажется, это уже финалочка. Ладно, я бегу. Обана. 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 Твою мать. Это... Джонни? Серьезно, вот настолько напряжно, что даже говорить не знаю, что реально. А вы же там, блин, сейчас заскучать можете. Хотя ничего вам там не будет. Монтаж решает все. Ни хрена, вот я такую татуировку хочу, реально, вот. Вот прикиньте, да, было бы... Блин! О, ебой! Бампар! Ебой, пошел нахрен, блядь, да ну блин! Юнит, имиджи, ох ты! А, так это же это, фасилити, помните, да, я играл. Ссылка будет в описании. Вот Facility, а тоже игра от Чарли Бехана, вот точно в такой стилизации, только пенка. Пенка, мы все-таки где-то там море, в черном, наверное, потому что, да,
О, да, все серьезно, собираем те же самые маячки, все. Ладно, я понял, это какие-то маячки, все. Это та же самая механика, твою мать. Но вот про это я помню. Про это я помню, пошел в жопу. Я заклацаю как надо. О, я понял, все. Дрифт, мадафака. Че, блин? Ватта. О, нет, все. Все. Как говорил Снелкик, все же лучше в море плавать, а не о скалы биться. Твою мать. Блин, ну вода довольно-таки прикольно сделана, но мне сейчас, если серьезно, то пофиг. Давай! Давай, лодка! Ебать, пошло! Ладно, берем маячок третий. Блин, довольно-таки реально легко, потому что я это уже довольно-таки много всего из этого проходил. Вот ни единой смерти не было. Твою мать. Боже мой. Помоги. Я ж просто... Офигеть. Твою мать. Ну, бляха, ну... Ебой! Твою мать, он нет, он подо мной. Хотя, когда я играл в Facility, он еще лодкой потряхивал немного. Эх, ностальгия, бляха. Чарли Бекан, что ж ты делаешь? Ебой, ну, в принципе, то же самое. Я сейчас наверняка побуду в какой-то СССРовский бункер. И буду там... Вау. Неплохо. Неплохо. Уровень обосральности довольно-таки выше остальных игр. Блин. Говно. Очень громко. 80 метров осталось. От меня до успеха. Не, ну не сейчас же. Не-не-не-не-не-не-не. Чего? Говно. Говно. Поняли? Поняли? И сейчас меня должны выкачать вниз в бункер. Черт. Все? Ебой! Это что, все? Это все? Если вы не поняли, что я сказал, то я тоже не понял, потому что я себя вообще не слышу. А последний уровень я уже пройду в следующем ролике. Да, потому что мне лень немножечко, и мне лень потом будет все это монтировать, а я ролик хочу выложить в кратчайшие сроки, поэтому все нормально. А если вам что-то не нравится, то вы молодцы. Ну что я могу сказать, игра, ну блин, довольно-таки прикольная, типа, ну вот это прикольно, типа... Не, ну я знаю, что вот это вот уровне океан есть продолжение, типа, нам там, нас там должны бункер какой-то захерячить, и мы там должны, короче, от какого-то чудика убегать, короче, продолжение есть в ролике про Facility, ссылка в описании, если вам интересно, то переходите, естественно, все ссылочки, которые вам надо на Amber School, собственно, на скачивание, на все ролики, которые я снимал о Чарли Бехана, на самого Чарли Бехана. Все есть в описании. Короче, все ссылочки там есть, есть. И также есть ссылка на мой ВК, на группу ВК, на Твиттер, на Инстаграм, если я не поленюсь туда ее поставить, потому что я себе сделал Инстаграм, там ванильные фоточки, ну типа, подпишитесь там. Ну а с вами был Пиксель, мы играли в Amber School от Чарли Бехана. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь везде, вам же, ну, что вам сложно, типа, там, пожимать туда-сюда, типа, камон, братва, а? Всем удачи, всем пока! 4, 3, 2, 1,